ранним зимним утром приятно теперь выйти на балкон в одних трусах, погреться на солнышке. Блин, ну действительно, как в Египте себя чувствую. Вот. Проснулся, вышел на балкон и балдею. Зима. Самый разгар. Так какой разгар? Конец января. Трындец, друзья. Это зимушка. Трава зеленеет на земле. Офигеть. Я не пойму. Погодный цикл сместился настолько, что вот он вроде бы снежок пытается упасть и исчезает. Он куда-то в Саудовскую Аравию улетает, туда, где его не было никогда. А у нас в это время всегда лежал снег, всегда была зима. Светит солнце, все хорошо. Скоро у нас будет, как в Египте. Будут к нам ездить зимовать. Зимние курорты будут на водной купаться. На городском пляже, на Южанском. Красота. Просто красота. Там дальше больничка. Все это освещается замечательным теплым зимним солнышком. Трындец. Я в шоке. Такой зимы давно не было. Погодка супер. Я в кофточке в одной прогуливаюсь. Татьяна, правда, закуталась, но она и летом мерзнет. Даже в жару может быть в шарфе. А люди гуляют, наслаждаются погодой. Можно идти купаться уже. Сейчас немножечко вода прогреется в водоемах. И пойдем. Обалдеть. Не, сопли, сопли, надо одеваться. Погода обманчива. Этот бегающий в кадре огонек. Это звездочка. Небо звездное, друзья. Камера не увидит и не передаст. Но в январе такого звездного неба я не видел давно. Все, зимы не будет. Отменяется зима. Теперь только лето, лето и лето. Офигенно.